Выход из дома канализации будет на глубине 50 сантиметров. Это нормальная глубина, так как трубы, во-первых, будут утеплены, а во-вторых, в них не должно быть воды. То есть вода должна просто сливаться и труба оставаться пустой. Поэтому углублять трубу на глубину промерзания грунта я не вижу никакого смысла. Здесь прочистили выход из дома полностью, труба туда проходит, канализационная 110-я. И теперь идет выкапывание траншеи глубиной около 50 сантиметров, шириной на штык лопаты, чтобы удобно было выбрасывать землю. И таким образом будем копать ее до ямы, это примерно 12 метров. Траншея под трубы выкопана, теперь нужно укладывать эти самые трубы. Их кладут в траншею с определенным уклоном, который составляет на 1 метр 2 сантиметра. То есть, если длина траншеи 15 метров, то разница между входом и выходом из нее будет равна 30 сантиметрам. Вот. Дно траншеи нужно будет утрамбовать песком, чтобы он не давал осадку, уложить трубу и тоже ее засыпать песком. Перед этим трубу можно утеплить специальными утеплителями. На данном этапе нужно сделать уклон в траншее для сливной ямы. Уровень 1,5 метра, значит, нужно сделать уклон на этом отрезке полутораметровом равным 3 сантиметра. Значит, сейчас выставим уровень на полную горизонталь, то есть как бы горизонтальная нулевая отметка. Подставим под второй конец уровня арматуру, выровняем и потом опустим ее на 3 сантиметра. И таким образом у нас будет уклон как раз равный 3 сантиметра на 1,5 метра. И то же самое сделаем со всей длиной траншеи. То есть будем передвигать уровень и уменьшать горизонталь на 3 сантиметра, и так до конца траншеи. И таким нехитрым способом у нас получится четкий уклон 3 сантиметра на 1,5 метра длины. Выглядит это вот так. Вот мы выставили линейку точно по горизонтали. Видно, что воздушный пузырек находится посередине. Вот мы забили сюда штырь. Вот он, видите? И рядом сейчас забьем штырь на 3 сантиметра ниже него. И вот будет наш уровень. Вот так мы сделали правый штырь на 3 сантиметра ниже левого. Засыпаем траншею песком по этому уровню, утрамбовываем и идем дальше. Дно траншеи я сделал под уклоном. Утрамбовал песок на дне канавы. И сейчас буду укладывать канализационные трубы. Трубы буду использовать оранжевого цвета. Они более прочные и используются для наружных работ. Серые трубы канализационные используются только в помещениях. И вот я сразу купил 2-сантиметровый поролоновый утеплитель на трубы. Я закончил монтировать канализационную трубу. Она уложена в траншею. И сейчас я буду проводить пробный пуск воды. Посмотрим, как она, с какой скоростью стекает. Лей! Сейчас в ванной наливается вода. Здесь, чтобы траншея не измочилась, мы пока ее собираем воду в ведро. Вот уже слышно, что она бежит, вода. Значит, стекает хорошо. Там примерно пол ведра на той стороне налили. Сейчас, значит, вот пошла вода. Напор хороший, не застаивается. В принципе, канализация уложена верно. В
Главное, с наклоном не переборщить еще к тому же, потому что если очень сильный будет наклон, то жидкая вода сойдет, а твердые фракции останутся в трубе. Поэтому скорость должна быть такой, чтобы и твердые фракции тоже вымывались из трубы полностью. Ну вот, вода сошла, в ней ничего не остается, значит, перемерзать она не будет. Сверху трубы положил 2-сантиметровый поролоновый утеплитель по всей длине. Сделал ревизию, здесь будет люк для прочистки конденсационной трубы на всякий случай. И можно дальше засыпать ее песком. Засыпку трубы в траншеи закончена. Немного песок утрамбован. Дело ближется к завершению. Осталось засыпать траншею землей и все, вычистить оставшуюся землю, вывести ее куда-нибудь за пределы участка. И на этом укладка канализационных труб будет закончена. Вот я сделал ревизию. Она расположена выше земли, сантиметров на 10, чтобы было видно. Вот, чтобы можно было прочистить трубы в случае необходимости. Ну, здесь все. Также идет потом, труба выходит в яму. Итак, главное в прокладке канализационных труб к сливной яме — это выдерживать уровень наклона порядка 2 сантиметров на 1 метр длины. Если такой уклон будет выдержан, то вода будет стекать без проблем, никаких застоев не будет. Засыпка траншеи закончена, земля выровнена, мусор убран. Теперь дождь пройдет, утрамбует землю, и мы потом немного подсыпем и выровняем, а впоследствии выложим тротуарной плиткой дорожку. Подписывайтесь на мой канал, смотрите новые видео. До новых встреч!